Вот я так кладу груз. Здесь я нитку натягиваю, чтобы она не бегала. Одной рукой Тамара Шестакова нанизывает бисер на нитку. 78-летняя пенсионерка иногда помогает себе ногой или ртом. Почти 30 лет назад женщина потеряла конечности из-за несчастного случая. Но с ограничениями здоровья не смирилась. И сама не только выполняет работу по дому, но и рукодельничает на досуге. Если уж суп сварить можешь, то этот проще. Понимаешь, на пенсии сидеть, вот на лавочке сидеть с бабами болтать я не умею. Я всю жизнь не сидела никогда. Мне чем-то надо заниматься. И чем она теперь только не занимается. Из бисера плетет пастелью, рисует и аппликации делает. Пенсионерка увлекалась и выжиганием по ткани. Хотя страсть к рукоделию появилась давно, еще до травмы. В самой первой картине лет 50 ее мастерица вышла крестиком. Вышивать приходилось, как говорится, немножко, потому что дети были маленькие, их надо было учить. Сама я училась, мужа я тянула, учила, как говорится, вместе. Вот. Некогда было ошибка-то рукоделием заниматься. Зато сейчас времени предостаточно. Тамара Шестакова создала более 500 поделок. Многие из них были представлены на выставках. Для такой красоты нужно и достойное обрамление. Рамки для работ делает муж рукодельницы. Ну, рамки, ну, кто делает? Человек... Инвалид, как она может рамки сделать? А я все-таки какой-никакой есть мужик. Свои работы Тамара Шестакова не продает, а только дарит друзьям и знакомым. Похоже, для нее освоить новое хобби не проблема. Как говорится, чем бы душа не тешилась, лишь бы на лавочке не сидеть. Александра Поддубная, НТР ТВ.